Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube-канала, Яндекс, Дзен-канала, Рутуб-канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Дзен-канале, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Перед началом ролика хотел вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте наконец-то снова конкурс, новиночка, так сказать. Разыгрываем мы ключ на игру в Стиме Rising Storm 2 Вьетнам. Спасибо большое за спонсорство данного конкурса. Довольно-таки давно у нас конкурса в группе ВК не было. Хотел как раз сделать, уже через день-два хотел там свой конкурс выпускать. Решил не ждать спонсорства, но вот тут прилетает просто ключик от спонсора и доброе утро, как говорится. Здравствуйте. Поэтому вот такой вот конкурс, такая вот игрушечка. В группе ВКонтакте моей проходит сейчас конкурс, в закрепе, если что, висит конкурс, поэтому сможете всегда найти с телефона, с компьютера. Ссылка также на группу ВКонтакте будет в описании под этим роликом. Всем желаю удачи, народу участвует мало, шансы выиграть большие. Всем желаю приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. Давненько не снимал я обзоров, когда это было последний раз, 15 мая, сегодня 19, но для меня 4 дня не снимать ролики в целом, тем более уж обзоры, это довольно-таки долго, поэтому вот так вот, 4 дня не было, а тут к вам я с необычным, так сказать, обзорчиком, а обзорчиком искусная точка, и довольно-таки дорогим продуктом на данный данном обзоре, да? В общем-то, сегодня будет обзор на креветки. Здесь написано большие креветки, не знаю почему. Креветки, искусная точка. Довольно-таки давно я хотел сделать обзорчик. Вот сейчас, собственно, получилось. Сейчас будем, собственно, пробовать. Приобрел их по вкусной точке. Стоит, купил 6 штучек. 6 штук стоит там 259 рублей, вроде как. Так, что у меня с лампой-то стало? Значит, вообще не вовремя. Она сейчас вообще не вовремя отключилась. Так, вот, вот так вот. Ну и, в общем-то, поехали. Так, дали нам тут сколько салфеточек? Раз, два, три штучки салфеточки идут в коллекцию. Также ездил по делам, чисто зашел. Чикенбургеры сейчас съел. 59 рублей, это очень-очень... выгодно. Чикенбургер. Прям приятненько. Ну и, собственно, креветочки. Довольно-таки дорогие креветочки. Так, секундочку. Исправить надо. Проблема со светом. Вот так более-менее. Креветочки довольно-таки дорогие. Как я сказал, взял 6 штук. 259 рублей. Вроде как там есть 3, 6 и 9. 9 рублей там вроде 350 или 380 рублей вообще стоит. Короче, дороговато. Креветочки дорогие. Креветочки у нас не просто, а креветочки у нас в панировочке. То есть не обычные креветки, как вы можете в магазине купить, сварить их красненькие, а в панировке. Как там чикены, как стрипсы, да, на них тоже был обзор на канале, можете глянуть. Так, в принципе, 3 штучки я съел там внутри, во вкусные точка. И, собственно, взял на обзор еще, оставил 3-шечку себе. Собственно, почему там пробовал? Я, как обычно, пробую чуточку того, что на обзор буду брать во вкусные точки, или там KFC, допустим, чтобы прочувствовать вкус горяченький. Они же тепленькие, такие вкусненькие, да? Сейчас они более-менее такие остывшие. Сейчас даже проверим. Ну так, кстати, теплота есть еще немного. Так вот. И вкусненькие, они, понятное дело, возможен другой вкус у них. У этих креветочек.
Поэтому, собственно, вот так. Попробовал внутри. Горяченький, вкусненький, в панировочке. О, кайф. Горяченький. Сейчас попробовал. Холодненький не очень, но, в принципе, есть можно. Собственно, вот как они выглядят. Выглядят как внутри. Понятное дело, мясо. Блин, вкуснятина. Соуса я никакого не брал. Дома есть мазик. Можно, в принципе, мазика туда прям. На сайте вроде как написано по соусам тысячи островов, что ли. Они прям заходят на ура, эти креветки. Хрен их знает. Тысяча островов вообще есть такой соус или нет у вкусной точки? Я, по крайней мере, не видел вроде. Или не слышал. Вот только когда заказал, посмотрел, почитал. Так. Соусы. А, вот соус тысячи островов. Да, 40 рублей стоит. Хм, даже интересно, что это за соус такой. Сочетание майонеза и кетчупа. В народе иногда называют кетчунес. А, серьезно, и все что ли? И это тысяча островов называется? Хм, смешно. Так вот, с этим, короче, соусом, с тысячи островов, 40 рублей, который стоит во вкусной точке, там, собственно, этот совет и написан. Типа, пробуйте с этим соусом. Так, ну, давайте, в принципе... В принципе, без соуса они тоже вкусненькие. Давайте-ка я, в принципе, попробую с мазиком. С мазиком вкусней. Блин, особенно панировка это, как у чикенов. Блин, кайф. Она еще такая поджаристая там, вкусненькая. В общем-то, ставлю 5 из 5, да, креветкам, но довольно-таки дорого. То есть, если хочется просто перекусить бюджетненько, то, понятное дело, креветочки просто так не возьмешь. Там от 200 рублей плюс-минус где-то цена только начнется, если хотите покушать креветки. А так, чисто попробовать, чисто на обзорчик, в принципе, пойдет. Оценка от меня 5 из 5. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.